конкурс «Дети читают стихи». Анастасия Степанова, 8 лет. Поселок Тучкова, Московская область. Это было в мае на рассвете. Рублев. Это было в мае на рассвете. Нарастал у стен Рейхстага бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл звук. А куски свистящего металла смерть и муку сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь с летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но сейчас в Берлине под обстрел полз боец, и телом заслоня девочку в коротком платье белом, осторожно вынес из огня. И, погладив ласковой ладонью, он ее на землю опустил. Говорят, что утром маршал Кронов ставил во время положения. Скольким детям возродили детство, подарили радость и весну рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять в веках, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле.